Типа, пойдем встречать папу вместе со всеми. Шутник. Че, я не узнал, что ли? Помогите! Вы что, без банкета остались? Копченый карась! Ретроградная амнезия. Клиент не помнит ничего, что предшествовало травме. Доктор посчитал, что ему лучше пожить в нашем новом доме. А мы присмотрим. Поможем, если что. Он все-таки мой лучший друг. Володя, Зинуша, сын. Помнит Володя. Молодец. Сынок, точно нам его на принудительное лечение отправить? Вова, брось, это немедленно. Нет, сейчас нельзя. Озверел, что ты творишь? Зинуша. Он справится. Я не твоя. 10 лет – это огромный срок. Будем делать из тебя цивилизованного человека. Вовка смотрит, что батя хорош, как корюшка под пиво. И рассказывает маме. Вперед. Так, у нас проблема. Под руководством Саныча большой змей начинает очеловечиваться. Я тебя люблю. Кто еще раз обидит моего сына, будет иметь дело со мной. Какой-то прощелыга без штанов прибыл. Не мечи икру, тамчи педали. Тебе всегда доставалось все самое лучшее. Каждый человек может бросить плохое. Надо помочь ему. Шикарный тост.